профессиональный рекорд. 8 побед и только одно поражение. Он чемпион Кыргызстана по панкратиону и боевому самбо, представляющий клуб «Шашкуч» из Бишкека, Кыргызстан. Приветствуйте, Руслан Грозный Рыску! А вот и его соперник в красном углу клетки. Бойцу 26 лет. Его рост 175 сантиметров, а вес 67,5 килограммов. Профессиональный рекорд – 10 побед и ни одного поражения. Многократный чемпион Дагестана и Северо-Кавказского федерального округа по ММА. Чемпион Дагестана по боевому самбо и чемпион ACA Young Eagles. Дамы и господа, представляющий клуб «Дагестан Файтер» из Махачкалы, Россия, не знающий поражений, Тимур Имам Хизрихев. Рефери поединка Александр Сидорин. Бойцы на середину. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно мои команды. После команды стоп не работаем. Уважаем друг друга. Показываем красивый, честный бой. Пожали руки. По углам. Я. Готов боец. Готов боец. Первый раунд. Файт! Держи.
Время остановки боя 3 минуты и 6 секунд первого раунда. Удушающим приемом одержал победу и остается не знающим поражений Тимур Имам Хизриев! Россия, Махачкала, Дагестан Файтер!